маленький открытый урок. Открытый урок мне очень понравился. Очень хорошее исполнение было. Вот. Игорь Баусин. 3 года учусь музыке, не то что прям. В общем, начинал я с барабанов, там, клавиш и так далее. В общем, остановился на гитаре, с чего и хотел. Спасибо за все. Мы хотели бы сказать большое спасибо Геннадию Сергеевичу, руководителю джазовой студии «Парус», за очень интересные и плодотворные занятия, потому что в эту студию мои дети идут с огромным удовольствием и очень хорошие результаты. Несмотря на то, что нет муштры, дети, в общем-то, ведут себя достаточно свободно, играют фактически то, что они хотят. Я вижу, что у меня дети чуть больше года занимаются, не считая карантина, и, на мой взгляд, результаты очень хорошие. Я как человек, который учился в музыкальной школе, могу сказать, что это очень сильно отличается, вот в позитивном плане, от обычной музыкальной школы. А результат, на мой взгляд, ничуть не хуже, а даже лучше. Хотим сказать большое спасибо. Мне все нравится, потому что все очень круто, композиции клевые. Ну, вообще, и преподаватель очень хороший. Да все вообще, все отлично. Я занимаюсь у Геннадия Сергеевича в джаз-рок-студии «Парус» уже 5 лет. И за это время я узнала очень много нового. Я училась играть на барабанах, на фортепиано, петь джаз. Вообще, Геннадий Сергеевич мне привил любовь к джазу, он дал мне очень много знаний, много опыта в музыке, вообще прекрасный человек, я очень счастлива, что у него занималась, все это время я занимаюсь, вот, постараюсь почаще ходить, это сейчас времени нет, к сожалению, но очень хочется, потому что действительно это просто невероятный педагог, очень приятный и действительно дающий очень много знаний важных и действительно интересных. Спасибо вам, Геннадий Сергеевич, за все. Ну, я хочу большую благодарность выразить Геннадию Сергеевичу за то, что он через музыку привил в моей голове, по крайней мере, такой уклад полного распорядка и по полочкам расставленного времени в своей жизни и дел, которые действительно через ударные инструменты, а я занимаюсь барабанами, где нужно действительно рассуждать постоянно, и каждая, скажем так, часть тела играет на разных инструментах, также и в голове происходит именно такой же уклад и порядок. За это ему большое спасибо. Благодаря Геннадию Сергеевичу за 2 года, без малого, ну, чуть больше, я научился читать ноты барабанов, понимать, как они устроены, наигрывать их, естественно, заниматься написанием этих нот, того, что я играю. Нескольких песен, нескольких концертов, которые у меня происходили совместно и уже даже в составе
музыкального квартета, да, то есть выступать на сцене, делать это с легкостью. За что ему огромное, конечно, спасибо, за то, что это каждое занятие происходит без какой-либо нудной аранжировки или там каких-то поддержек, а все очень открыто, в хорошем формате и в классном установлении контакта. А еще Геннадий Сергеевич первый, кто вообще рассказал мне про основы джаза, про джазовую гармонию, про теорию. Геннадию Сергеевичу надо огромное спасибо сказать и пожелать ему больших творческих успехов, занятия с молодежью, с детьми и счастья в личной жизни. Всем пока!